Кинотавр принял решение разнообразить деловую часть программы и провести форум киношкол, сообщает ТАСС. Как пояснили в оргкомитете, первая причина проведения форума – столетие старейшей киношколы в ГИКа. Вторая – популярность кинообразования в современной России. В форуме примут участие 7 ведущих российских киношкол, а слушатели обсудят вектор развития отечественного кинообразования. Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу показов кино на площади, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных юбилею кинотавра. Основной площадкой показов традиционно станет Зимний театр.